Добрый день, с вами Science Daily, новости науки. Группа японских архитекторов разработала поразительный футуристический дизайн космодрома, который будет построен на острове в Токийском заливе. Проект, получивший название «Космопорт Японии», напоминает обычный аэропорт, только для космолетов. Здесь есть даже несколько взлетно-посадочных полос, которые соединяют космопорт с сушей. Солнечные панели покрывают крышу космодрома, но в то же время, согласно задумке архитекторов, они будут пропускать солнечный свет. Это позволит размещать внутри конструкции зеленые дворики и террасы. Две башни, возвышающиеся над солнечной крышей, будут служить диспетчерскими вышками для управления взлетом и посадкой космолетов. Находясь на верхнем уровне башни, можно будет наблюдать за взлетом и посадкой космических аппаратов. Космопорт в первую очередь рассчитан на туристические полеты в космос. Внутри строения будут размещены все удобства для пассажиров, ожидающих свой рейс: спортзал, музей и даже кинотеатр. Пока космопорт Японии не больше, чем прекрасная компьютерная графика, но разработчики уверены, что в будущем подобные космодромы будут использоваться повсеместно, и они готовы воплотить свою идею в реальность как можно быстрее. Если вам понравились видео-новости в таком формате, поддержите наш канал лайком и подпиской. До новых встреч!